Здравствуйте, уважаемые земляки! Совсем скоро в каждом из 11 часовых поясов России наступит новый 2020 год. Уходящий 2019 стал очередным и очень серьезным испытанием для каждого из нас. По сути, мы утратили веру в то, что наше благополучие – это и есть благополучие страны. Мы больше не чувствуем, что мы вообще кому-то нужны. С началом новой пенсионной реформы нас погрузили в некрорежим. По сути, просто забрали мотивацию жить. Весьма символичен и тот факт, что на фоне начала пенсионной реформы Россия вышла на первое место в мире по суицидальной смертности среди мужчин. На протяжении года вновь обрушались мосты, падали вертолеты и самолеты. Происходили аварии на серьезных военных объектах. Страшно горели леса, топило огромные территории, а у коррупционеров изымали тонны денежных знаков. А теперь к главному, друзья. Народное движение «Регионы России» запускает петицию с требованием распустить и запретить деятельность партии «Единая Россия». Ссылка на петицию в описании к этому видео. Пожалуйста, подпишитесь сами и сделайте репост. Нас миллионы, и вместе мы очень серьезная сила. Всех с наступающим! Предстоящий год будет сложным, но интересным. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.